А у нас с вами сегодня появился новый соотечественник. Да какой? Владимир Путин дал российское гражданство Стивену Сигалу. Указ президента России опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Сигал продолжительное время и очень настойчиво обращался с просьбой предоставить ему гражданство. О своих намерениях американский актер заявил в сентябре на кинофестивале «Край света» в Южно-Сахалинске. Он признался, что хотел бы проводить с российскими друзьями не сто в России, его любят и ждут. А у Сигала, оказывается, есть русские корни. Он родился в Америке в 1952 году, а вот родители его русские евреи. Перебрались в США из Санкт-Петербурга. Стивен Сигал известен на весь мир ролями в боевиках, где он демонстрирует приемы восточных единоборств. Кстати, Сигал тот еще интернационалист. Свою карьеру он начинал в Японии, а продолжит, возможно, как раз-таки в России. Тем более он говорил о планах открыть здесь школы единоборств, ведь у него 4 черных пояса. Кстати, в начале 2016-го сообщалось, что Сигал также получил гражданство Сербии. А пару месяцев назад актер посетил Белоруссию. И вот для сотрудничества с крупнейшей белорусской компанией, впрочем, сугубо деловым этот визит не стал, президент Лукашенко лично познакомил актера с сельским хозяйством своей страны. И прямо в поле они приступили к дегустации. Вот. Кушай на здоровье. Это очень полезно. Но мы попробовали. И очень изменили. Грушай. Кстати, это его любим. Готов, готов. Oh, wow. Right. Bye. Bye. Bye.